хотя сейчас я здесь именно для того, чтобы представить следующего спикера, человека, который во многом для нас является примером. Когда кто-то говорит о том, что достигнуть большого успеха можно только, там можно было в 90-х годах, в начале 2000-х. Сейчас не то время, когда могут появляться большие лидеры за короткие сроки. Я хочу вам представить человека, который за 3 года стал элитным директором в компании «Фиберлик», не имея опыта предыдущего работы в MLM-компаниях. Человека, который открыл звание национальный директор, человека, который входит в топ-10 по выплатам, по доходу, ежегодному доходу компании «Фиберлик». Встречайте, Марьям Умарова! Приветствую вас на ассамблее «Фиберлик 2015». Для меня огромная честь сегодня выступить в этом шикарном зале перед миллионерами. Мы способны на большее. Невозможное – возможно. Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы его изменить. Невозможно – это не факт, это только мнение. Невозможно – это не приговор, это вызов. Невозможно – это шанс проверить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможно и возможно. Главное – стремиться к этому. Меня зовут Марьям, я из солнечного Дагестана, а именно из прекрасного селения Делым. Образование высшее, работала преподавателем начальных классов 14 лет. В Фиберлике я работаю 3 года, и сегодня статус у меня компании «Элитный директор» и открыта квалификация «Национальный директор». Я счастлива, что нашла именно нашу компанию, которая дает мне все. Я замужем 13 лет. У меня замечательный супруг, который всегда со мной поддерживает меня. И у меня 3 прекрасных сыновей. Старшего сына зовут Раджат. Он мой помощник, это моя правая рука. Среднего сына зовут Магомед. Это необычный ребенок. У него свое видение на мир. А вот младший, ему недавно исполнился годик. Это мой ангелочек. И именно благодаря этому ангелочку я начала расти и развиваться. Так как я была в декретном отпуске, и могла работать день и ночь, особенно ночь, так как он у меня до утра не спал. И я удивляюсь, когда говорят, у меня маленький ребенок, я не могу работать. Наоборот, нужно рожать, чтобы день и ночь работать. Слабый ищет причину, а сильный ищет возможности. Я построила свою работу через интернет. Я зарегистрировалась на сайте «Одноклассники». Я не умела абсолютно ничего там делать, даже копировать текст. Но я начала выкладывать фотографии на свою страницу, фотографии продукции. И под каждой фотографией я писала комментарий о продукте. И вот на 3-й день мне пишет девушка из Ульяновска. Для меня это было такое счастье. И она захотела зарегистрироваться. И это мой первый новичок через интернет. Потом второй, потом третий, и невозможно было уже меня переубедить, что интернет – это несерьезно. День у меня начинался с 7 часов. Школа, дети, лицей. До обеда у меня был 1-й класс, после обеда у меня был 3-й класс.
Я приходила домой где-то в 6 вечера, сразу бежала на кухню, чтобы сперва приготовить ужин мужикам. Потом я где-то освобождалась от всего. Уроки делали, планы на завтрашний день. И освобождалась от всего этого я где-то в 9 вечера. Потом я садилась за компьютер. Я отправляла очень много сообщений. Я работала до утра. Но пока у меня не появлялся новичок, я не шла спать. Чтобы у вас был результат от работы в одноклассниках, вам нужно создать 3 и более страницы. Вам нужно приглашать друзей. Не кого угодно, откуда угодно можно приглашать. И неважно, кто это. И старайтесь приглашать друзья с разных городов. Очень много разных соцсетей. Приглашать можно везде. Чтобы вас не заблокировали, делайте все действия медленно. Например, отправляйте одно приглашение. Считайте до 10, приглашение добавить друзья. И считайте до 10. И только потом второе, так как за это заблокируют. Каждый день старайтесь добавить на свою страницу одну фотографию продукции. И старайтесь писать под каждой фотографией комментарии об этом продукте. Отмечайте друзей своих на своих фотографиях с продукцией. И старайтесь всегда быть в сети. Это самое важное. Хочу еще сказать, чтобы вы никогда не ныли. Всегда действовали. Улыбайтесь чаще. Золотое правило гласит: делай то, что доставляет тебе истинное удовольствие. И только тогда ты будешь самым счастливым. Старайтесь, будьте позитивными. Два человека. Один говорит: все будет хорошо. А другой говорит: все будет хорошо, и что-то для этого делает. Делайте, действуйте, развивайтесь. У меня директора из разных городов. Мой директор живет в городе Москва. У меня другой директор тоже жил в Москве, но на данный момент она в Махачкале. У меня есть директор из города Ростов-на-Дону. Есть директор из города Нальчик. Есть директор из города Назрань. Есть директор из Хасавюрта, директора из Махачкалы, есть в глубине директора из Ставрополя, есть директора из города Дербент. И я считаю, есть директора из Дылыма. И я считаю, что очень важно искать людей с разных городов. И это самый стабильный бизнес. Учитесь, учите, развивайтесь, меняйте себя изнутри. Я хочу рассказать как-то очень по-особенному о моих любимых наставниках. Это золотые директора объединенной компании «Фаберлик» Пшеничниковы Сергей и Елена. Я попрошу их встать. Это те люди, именно благодаря которым я сегодня стою на этой сцене. Это те люди, которые и в горе, и в радости всегда со мной. Я очень люблю этих людей. Очень сильно-сильно я вас люблю. Вы у меня самые лучшие, самые классные. Хочу сказать огромное спасибо президенту объединенной компании «Фаберлик» Алексею Геннадьевичу Нечаеву за такую уникальную компанию, за такой шикарный ассортимент продукции и просто за то, что вы есть, и за то счастье, которое вы дарите нам. Огромное спасибо хочу сказать
дочернему предприятию «Юг», за ваш колоссальный труд, за ваше терпение. Мы вас очень любим сильно. Огромное спасибо хочу сказать всем агентским пунктам, где мы обслуживаемся. Огромное спасибо всем моим директорам, всей моей структуре, всей моей команде, которая со мной, которая день и ночь всегда со мной. И хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые сегодня в этом зале. Вы такие красивые, вы такие приятные. И мне очень приятно сегодня стоять на этой сцене среди вас. И хочу вам сказать, смелее пользуйтесь интернетом. Добавляйте на свою страницу мотивирующие и обучающие материалы. Не бойтесь ничего. Терпение и труд – все перетрут. У вас все получится. Вы самые лучшие. Ставьте цель. Ставьте цель. У каждого человека должна быть цель. И ставьте цель. И летите к ней. Если не можете летать, бежите к ней. Если не можете бежать, идите к ней. Если не можете идти, хотя бы ползите к этой цели. Но если и ползать не получается, лежите в направлении этой цели. Огромное спасибо. Огромное спасибо всем. Дорогая Марьям, но это еще не все. Вы замечательный лидер, замечательная женщина, замечательная мама. И у нас есть еще один сюрприз для вас. Это корзина цветов. Покажите ее нам, пожалуйста. Это цветы в студии, как говорится. И вот тут происходит что-то невероятное, и мы объясним ситуацию. Дело в том, что эти прекрасные ребята, дети моря, я не знала, что сегодня они приедут к ней. Вот так вот мы лишний раз подтверждаем, что в Куперлике это действительно семейный бизнес. Да. Вот так вот, дети Марьям тайно, можно сказать, оказались здесь и маме вынесли цветы, когда она находилась на сцене. И действительно, вы видите этот сюрприз, Марьям об этом не знала ровным счетом ничего. А по-моему, господа, сюрприз удался! Марьям, это не все дети, которых мы вам сегодня привезли. Если еще сейчас они выйдут сюда к вам и скажут: мама, да, может быть, вы их уже не узнаете, но они-то вас узнали. Ну, на самом деле, вы же понимаете, Марьям, что детей ведь кто-то привез сюда. Ведь есть тот человек, с которым дети поехали. Этот человек, он здесь. И этот человек, ваша сестра. Встречайте, еще один сюрприз. Директор Куперлик Зарина Умарова. Такое, да? Начали мы, да, с некой космической такой тематики, продолжали ее на протяжении всего сегодняшнего дня, и потом раз на этой сцене разворачивается такая квинтэссенция индийского кино. Мама, дети, сестра, сестра! Это глядящина, действительно, это очень трогательно. Две сестры, тетя, мама, дети. Давайте еще раз поддержим.